Всем привет! Мне ребята из компании Elgato постоянно присылают какие-то новые вещи. Вот сегодня прислали зеленый экран мобильный. Если вы занимаетесь геймингом, либо, ну, конечно, к видеосъемке имеете какое-то отношение, либо записываете летсплеи, и вам важно, чтобы ваш силуэт был вырезан и вставлен в ролик, вот эта штука для вас. Смотрите. Это мобильный зеленый экран называется. Ну, на самом деле, как устройство, вещь прикольная. Сейчас покажу, как работает. Не у всех есть типа такого, ну, хотя это белый экран для проектора. Это, конечно, круто, когда комната позволяет, и ты можешь прям большой зеленый экран сюда поставить, но если такого нет. Стоит штука всего лишь где-то примерно 13 тысяч рублей, но здесь аналогов нету, я честно не видел. Значит, смотрите, это металлический короб, который, в принципе, вот так вот перевозится, тяжелый. Есть значок. Вот здесь нарисовано, что нужно разложить ножки, иначе все упадет. И смотри, сейчас мы соорудим с вами прямо игровое место где угодно. Взяли на дачу, даже, а может ты профессиональный геймер, хрен знает. Может ты с собой такую штуку в самолет взял, куда-то поехал. И можешь где-нибудь из стаи записывать ролики. Поставил. Две защелки. Одна, как этот, чемодан открывает. Вторая. Все, больше ничего делать не надо, сейчас магия. Готово? Ну, надо только эти ножки вот так вот разложить. Чтобы у нас, соответственно, не упал. Смотрите, что происходит. Магия. Одним пальчиком открывается, и одним пальчиком у нас становится зеленый экран. Можно фокусы показывать. Все. У нас, в принципе, рабочее место готово. Эй! У нас получается такой, в принципе, мобильный зеленый экран, что ли. Как он собирается? Все. Сейчас вам сзади покажу, что находится. Ну, в принципе, гениально. И очень легко все делается. И складывается. Закрыл, унес. А теперь полностью вот так вот все поставим. Ну, осталось только поднять зеленый экран. Ну и, конечно, главное поработать со светом. Потому что, чтобы нормально работал зеленый экран, вам нужно нормальное освещение. Но все равно, как мобильная штука, это прикольно. При помощи Stream Deck мы, это, кстати, тоже, ребята, вызываем OBS и подключаем нашу камеру через Камлин, тоже Elgato. Все происходит очень просто. У меня сейчас не установлен ни один источник света, только лампа наверху, ну, обычная, короче, люстра. Мы делаем таким образом, смотрите, заходим в OBS, нажимаем на устройство захвата видео, нажимаем фильтры и здесь добавляем сюда хромакей. Пум. Да, вот, в принципе, и все. Закрываем. После этого у меня, смотрите, я один тут нахожусь. То есть у меня все, задника нету. При этом работает только одна люстра. Вот смотрите, сейчас выключу. Ссылку на такой зеленый экран я вам оставлю это в описании. Это на официальный сайт. Эльгат, спасибо большое, ребят, что прислали. Буду пользоваться. Ну, соответственно, мне штука бесплатно досталась. Прикольная тема. Прикольно. Не знаю, где еще буду использовать. Ну, и вам спасибо за просмотр. С вами был Илья. До новых встреч. Пока.